Наиболее очевидной причиной аварии можно с уверенностью назвать высокую скорость 99-й. Поворот тут довольно резкий, но прямо перед ним есть и специальный предупреждающий знак. Его легко заметит любой, даже незнакомый с этой дорогой водитель. А вот ровный участок пути до поворота буквально соблазняет некоторых автолюбителей на время ощутить себя пилотом, нажимая газ до конца. Прямой и длинный участок новой дороги похож на взлетную полосу, но разгоняться на нем подобно Ту-22, разумеется, небезопасно. И вот тому яркий пример. Кстати, 99-я не врезалась в самолет только потому, что она чуть ниже, чем расположена передняя стойка этого шасси. Залетев на бордюр, «Лада» снесла секцию забора, и только тогда ее водитель решил нажать на тормоза. Однако это уже ничего не изменило. Пробив сразу три колеса, машина проехала еще около 20 метров и лишь затем остановилась. Сидевший за рулем мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. О том, в каком состоянии он сел за руль, пока ничего не известно. Искандер Тулбаев, Александр Царегородцев, эфир 24.